Катание на коньках едва не обернулось трагедией. В селе Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии подросток спас 10-летнего мальчика, который провалился под лед. Ученик 7 класса Никита шел к своему другу и увидел ребенка, катающегося на коньках по реке. Школьник знал, что в это время на водоемах лед очень тонкий и находиться на нем крайне опасно. Он поспешил предупредить об этом младшего товарища, но в это время мальчишка уже провалился в воду. Никита лег на живот и стал подползать к тонущему ребенку. При этом отважный юноша всячески подбадривал мальчика и говорил, что спасет его. Семиклассник не растерялся и вспомнил правила поведения при таких ситуациях, которые недавно в школе объясняли инспекторы ГИМС. За спасение жизни школьника намерены наградить. Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Дорожной произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Со слов пострадавших, виновник аварии был под шофе. А у вас какие повреждения? Левый бочинился. Вся? А он пьяный, да? Выпиши, говорит, я выпил после аварии. После аварии? Какого аварии? Я сразу подскочил к нему. К тому же, как выяснили аварийные комиссары, у виновника ДТП нет страховки, а значит, взыскать с него ущерб пострадавшим будет не так просто. А вот еще один авантюрист. Ему так хотелось выпить, что он пошел на разбой. Воришка скрутил змеевики с кислородных баллонов в ковидном отделении Новой Брени. Тем самым чуть не оставил без кислорода пациентов. Когда мужчину задержали, он хоть и с трудом, но смог рассказать, как провернул операцию. А зачем украли это? Выпить хотел. А как нашли-то эти трубки? А там было все открыто. И свет горел. А вы там что делали? Бычки собирал. Трубки похитили, потом куда дели их? Куда сдал? На медь. На вырученные деньги что купили? Бутылку водки. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь 47-летнему сельчанину грозит тюремный срок. За решетку может угодить и работник фермы из Тарбагатайского района. Молодой человек спрятал около 8 килограммов марихуаны в теплицах, общежитии и кочегарке. Наркотики полицейские изъяли и возбудили уголовное дело. Юлия Пермякова, Новости дня.